и Елу Куки. Потому что Новый год. И Йомайласи. Поднимите Йомайласи. Сейчас придет Йелоупуки. По-фински Йелоупуки Дед Мороз, Йомайласи стакан. Йелоупуки с Йомайласи. Это образ нашего Нового года. У них, у нас Йо, у них Пуки. Да. И Евгений Николаевич Быков в который раз порадует сейчас вас музыкой своего собственного сочинения. Это народная лапландская песня, которая называется «Ох, бегут, бегут олени», но без слов. Итак, представьте. Это кричат песцы. Это идет его пути. Финны ехали? Слава Богу, что нет. В маленьком уездном городишке, нет, не в городишке, в деревушке, девушка жила красиво слишком, так о ней судачили подружки. А она, тряхнув короткой стрижкой, бегала с ватагой мальчишек, и ветрам открыв свои подмышки, вырастала из своих платьишек. Девушку прозвали Кайскюль, что по-русски значило «Парижка». И в ее родимом Юдаскюля все ее любили даже слишком. Старый Тойва Антикайнен-младший, под Карельской, сидя под березой, говорил, что нет Маришки краше, вытирая трубкой свои слезы. Сын его, Лоренцо из Пьяченцы, далеко ходил рыбачить в море. Вместе с ним рыбачили и немцы, и Тыльгын, и однорукий Боря. Волны в море выли и гудели, и Тыльгын с Лоренцо пели оду. Однорукий тоже был в пределе, Чермаком вычерпывая воду. Как-то раз, метнувши на удачу свой гарпун в районе Чеченицы, услыхал Лоренцо крик гагачий и увидел раненую птицу. Гага била крыльями под ветер, но гарпун вонзился в тело слишком и вскричал Лоренцо: «Тондер-Вендер, ты моя Егенка, я твой вспышку, Тома Китапа моя Ундина!» Гага все слабело и слабело, и, упав на плечи Тыльгына, от рыданий сотрясалось тело. Ливерийский танкер маршал Громов шел из Порт-оф-Пренса до Карлхорста. И уже почти подплывши к дому, люди увидали белый остров. Да, друзья мои, печальной песни на волне покачивалась гага. Ворон смерти вился в поднебесье, и гарпун торчал, как древко флага. Машинист лебедки Трунчика Вилли поднял гагу нежно, как ставриду. Доктор Автанил Хинкалишвили обработал рану стрептоцидом. Капитан, обветренный, как скалы, Петр Михайлович Зайцев крякнул тихо и сказал: «Крепни, малые, досталось! Пусть живет, забыв про слое лихо!» И, о чудо! После промедола гага как-то странно так встрепенулась, и как будто не было укола, девушкой прекрасной обернулась. Так вернулась к жизни Кайскюля. Возродилась для тепла и ласки. Кто-то черствый скажет: ну и что же, это, мол, легенды, мифы, сказки. Нет, друзья, в камчатском пароходстве танкер-маршал Громов уважаю, и его с началом судоходства сотником Чедалов провожаю. А команда та души не чает в озорной буфетец Маришки, все ее лелеют, облажают. Хинка лишили даже слишком. А Лоренцо почернел от горя, многократно проклял все на свете, запасной гарпун закинул в море, и теперь работает в газете, пишет репортажи и заметки и кричит: «I love you, my little lady!»
Но лишь Фетер, стряхуя светки, пух какачи, слов не снег, печальный. Спасибо! Евгений Бекоюс!